Всем привет. Собираем обратно Audi A5, которая была раньше A8. Она уменьшилась. По поводу ручек. Много было шума, много вони, слез, криков, истерик, конченых истеричек о том, что все, пипец, теперь не будет на всех аудях ручек. Я это показывал, если кто-то не понимает сарказма, с той целью, просто как разбираются ручки правильно, чтобы люди, которые первый раз сталкиваются с этими автомобилями, не ломали их, потому что ручки снимаются с некоторой особенностью. Да, она простая, когда ее знаешь. Теперь они знают все. И дабы успокоить вашу душеньку, так сказать, нервную, я покажу, что можно сделать с этими ручками, чтобы их у вас не тырили во дворах. Точно так же, как и молдинги. Тут молдинги снимаются на закрытой машине. Ничего не надо делать. Ты его просто берешь и снимаешь вверх. Вот просто вот так вот. Вот он на задней двери уже стоит. Вот просто подошел так вот, ногтем я даже. Ну, не могу, ковырялкой надо. Вот просто вот так вот аккуратненько вверх, 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 вверх. И он пошел, пошел, пошел. То есть с этой машины можно разобрать реально... Да хренище всего, смотрите, как он идет хорошо. То есть даже стекло есть, все на месте. И там нету никаких защитных, ни штучек, ни закорлючек. Все, у меня молдинг сейчас будет в руках. Фишка, да? Вот вам еще на заметку, кто там без работы сидит, занимайтесь. А как можно защититься от молдингов, пока вот тут снято все? А здесь ровный кант выступающий. А в самом молдинге у нас... Когда он ставится на место, вот так вот это примерно выглядит, у нас вот такой вот паз есть. И в этот паз, чтобы его у вас просто-напросто не сперли, с этой стороны можно вкрутить, не просто можно, а нужно вкрутить маленький штифт отсюда. И если дотянетесь, маленький штифт отсюда. Но тут маловероятно, что у вас это получится сделать. Потому что тут места просто нет. Ну, грубо говоря, вам достаточно отсюда вкрутить, чтобы не было возможности его поднять вверх. С ручкой та же самая история. Что можно сделать с ручкой? А ручка в разборе выглядит следующим образом. Это наружный чехол красивый. Через него идет подсветка, как бы все. Это то, что у нас прикреплено, собственно, ту часть, за которую мы тянем. Собирается оно все. Вот тут вот есть направляющие пазы. То есть сдвигается в сторону. Одеваем мы ее вот таким вот образом и сдвигаем. Все. Чтобы эту ручку не было возможности разобрать, надо также здесь крутить тонкий штифт, который будет препятствовать возможности сдвижения ручки. Вот и все. В общем, чтобы не было возможности сдвинуть ручку, когда она стоит на месте, отсюда штифт вкручивать снизу не вариант, потому что мы прокрутим блок, который подсвечивает ручку саму. Единственный вариант — это тут есть место тела свободного, и здесь есть место свободного тела, куда вкрутить тонкий штифт 2 мм в диаметре. Это будет более чем достаточно, чтобы не было возможности сдвинуть ничего. И то, что вы там паникуете, кипишуете, что все это хана всем аудям, на всех ручки поснимают, ну подумайте своей головой, как можно сделать так, чтобы их у вас не снимали. Так, чтобы собрать ручку и не геморроиться, она должна собираться просто, когда опущена все вовнутрь, мы ее не засунем. Держать за провода и засовывать не получится. С торца есть винт личинки, который ее держит. Вытаскиваем ручку за провод, выкручиваем этот стопорный винт и толкаем его вовнутрь. И в какой-то момент у нас ручка заклинится, в принципе, сама по себе. Вот. Она держится. Теперь, пока эта ручка держится, выставляем провода так, чтобы они не мешали у нас направляющим. Они тут видно, одна чуть выше, чем другая. То же самое тут. То есть провода идут по низким частям. Вставляем. Тут направляем, вставляем. Аккуратно защелкиваем. Только не забываем сразу вытащить провод. То, о чем я сейчас забыл, собственно. Тут вставили и тут вставили провода, вытащили. Закрутили на место винты. Собирается ручка гораздо дольше, чем разбирается. Закрутили на место винты спокойно. Сейчас поставим лампочку и блок доступа бесключевого. И в принципе в таком же положении, как она сейчас находится, можно будет спокойно вкрутить штифты, чтобы ручки эти не тырили. Но этим я заниматься тут не буду, потому что не тот регион. Они тут не знают, сука, как дворник снять, не говоря уже о ручке. Ну а для нашего населения стоит, те, кто ленивый, подумать.
Не хотите вы думать, ну что, подумаем за вас. Ставим на место ручку и смотрим. Это то, о чем я говорил. Здесь вкручивать саморез не вариант, никакой, даже самый короткий, потому что прокрутите нахрен блок подсветки, и у вас не будет просто подсветки ручки. Все. Сильно чуть-чуть дернул. Теперь здесь куча места свободного для работы, тем более, что ручка открывается вверх вот так, чтобы тонкие 2 мм просверлить отверстие и вкрутить туда штифт. И все, ручка у вас больше не смогут стырить, пока не выкрутят тот штифт. Но поверьте, никто не будет искать штифты, где там что вы закрутили, потому что времени на это нет. Ручка, если на бок элементарно, как она должна сдвигаться, не сдвинулась, никто не будет заниматься тем геморроем, чтобы искать, что вы туда вкрутили. Может, вы ее приклеили, если у вас ума мало. Может кто-то и приклеить. Проверяем, что все работает. Все работает. Чтобы поставить штифты на 4 ручки, надо потратить ну, максимум полчаса, имея руки. А вот с молдингами, конечно, чуть-чуть времени побольше уйдет. Но тоже, тут с этой машины снимаются молдинги, подарочный вариант, зеркала не прокатывают. Снимаются блоки радаров. Тоже, то есть я бампер не разбирал, я выковырял вот эту вот решетку пластиковым съемником. Вот, пожалуйста, вам блок радар. Блок радара. Клипсу сняли, открутили. Он тоже дешевый. Тут их два. Снять их 5 минут. Это вообще с головой просто. И прикол в том, что сигналка не сработает. Это так же, как туманки раньше тырили, вырезали. Здесь надо ставить защиту. Под сигналку подключать к самой вот этой вот решетке закрывающейся, чтобы при ее снятии рвался контакт и срабатывала сигналка. То есть тут эту машину в принципе можно разобрать, не напрягаясь, и поснимать тут половину через вот эти вот даже отверстия, пол машины разобрать. Капец, от них нигде не спрячешься, они такие шумные, им насрать, что ты там что-то снимаешь. В такой обстановке работаем, именно поэтому выходит редко видео, я ничего не снимаю, потому что снимать здесь просто глупо, у меня не получается этого делать. Хотя есть что интересненького иногда снять. Ладно, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите свои ручки. Audi, сука, очень подвержены теперь вандализму. Они реально элементарные в разборе снаружи. Думайте, включайте чуть-чуть логику, ищите, что туда вкрутить, чтобы у вас их не сперли. Ну, удачи. Всем пока.